экранов сидят искушенные зрители, которые только и ждут, чтобы как можно путаней и подробней представили им свое видение правил. Просто сейчас, друзья, обратите внимание вот на те отрывы партнера или партнерши ото льда, когда нет фиксации тела в воздухе. И вы сразу поймете, в чем разница, где есть поддержка, а где ее нет. Можно языком Архимеда. Тело, зафиксированное в воздухе, является поддержкой. Очень гениально. Коротко, да. Гениально. Привет, Архимеда. Кэти и Крис Рид из Японии сейчас представят свой короткий танец на музыку из кинофильма «Семейка Адамсов». Уже не первый старт мы наблюдаем, как Крис Рид из японской пары срывает твизлы. Причем так не то, что вот чуть-чуть срывает, а прямо так вот, дай бог, что не падает. Ну, вы знаете, я могу сказать только одно, что для меня основной проблемой в их программе был далеко не срыв твизлов. Если спортсмены берут такую музыку и такие образы, то эти образы должны быть воплощены не только в нарисованных усиках и костюмах, а образ должен быть воплощен спортсменами, пронесен через программу, через элементы. Мы должны не догадываться, что это сумасшедшая семейка Адамсов, а все вокруг должно становиться сумасшедшим. Мы должны быть вовлечены в это действие. Вот этого не произошло в их танце. Достаточно интересный элемент, вот эта поддержка с удержанием партнерши самой себя в
при помощи ноги. Это достаточно партнер сложно. Партнер был на колени к вопросу о тех вопросах. Это сложная поза, это выпад. Да. Данная поза квалифицируется технической бригадой как сложная, и удержание за счет одной ноги – это баланс. Вот этот срыв, раз, два. Два оборота только делает партнер, соответственно, данные твизлы оборотами не могут... Оборотами это не назовешь. Два мучительных оборота, соответственно, данные твизлы не могут получить... уровне выше, чем второй. Но, друзья, и второго они получить не могут, поскольку данные обороты были исполнены тройками. Соответственно, будет понижение на один уровень. Твизлы должны заслуживают первого уровня. И опять-таки техника, технические ошибки не главное. Главное — это отсутствие воплощения образа, и компоненты должны быть низкими. Что в принципе и есть. А вот такая высокая техническая оценка, честно говоря, мне